Друзья, находимся в городе Валетта, Мальта. Какой-то, да, вообще тут вкусно пахнет, какой-то садик. Не садик, а этот сад. Не садик попали. Посмотрим, что у нас тут. Виды здесь, конечно, красивые. О, кораблик куда-то плывет. Смотрят на город. Молодежь гуляет там, как обычно. Такой вот разваливающийся городок. Интересно, что у нас с той стороны тогда получается? Тоже Валетта получается, или это уже не Валетта? Это откуда-то Валетта, нет, конечно. Нет? А Валетта только тут, это только Бирза. Здесь, да? Как? Бирза? Бирза. А-а-а. Тут, видишь, все идут такими кусками, как называется. Видишь, а. Там же идет земля, а потом вот эти выступы, эти полуостровки, раз, да, два, да, три, да. Четыре, ага. Вот так. Да-да-да. Да, там паром стоит очень даже такой. Паром? Или не паром? Яхта. Ну да, яхта такая, да. Просто большая. Ага. Главное, лавочки, смотри, расположены, чтобы в ту сторону смотреть. Видишь? Угу. Все. Не вот так вот. Непонятно, да, не вот туда, а вот туда. Видать, какой-то путь, наверное, кого-то провожают или встречают. Может быть, была такая фишка раньше, что типа оттуда прибывали корабли. Может быть и нет. Кто его знает, что тут дизайнер этот, архитектор. В голове что у него? Кто эти лавки ставил? Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Александро Джамбалкью бар. Вот так вот. Это человек, который первый открыл бар на Мальте. Монументо. Да, сложно понять, конечно, разобрать. Потому что тут написано по-латыни. Скорее всего, да, на латыни написано. Но поливают они нормально здесь. Видишь, шланги везде лежат. Смотрят. Завязан глаза, что сами это статуя юстиции. Ну, точно, глаза завязаны, да. Которые, у нее даже еще, по-моему, висел в руке, но руки отрублены наполовину. Ага. Ну, похоже на эту статую юстиции, как джастис. Правосудие. Ну да, да. Возможно, не знаю. Тогда глаза не могут быть закрыты. Кто его знает? Ну глаза завязаны, да? А, завязаны, да? Она как бы не смотрит на чтобы судить тебя, а только взвешивает твои поступки, угу. Но не смотрит. Ну, я понял, просто я не знал, что у нее глаза завязаны. Я думал, что просто весы и все. А вот с этой стороны тоже. С этой стороны какая-то другая. Черепок какой-то. И, может быть, это сверху, Мария? Видишь? Сверху где оса. Сверху даже не оса, а какой-то кузнечик, что ли. Это птица. Это не кузнечик, а млекопитающий. Это бабочка. Бабочка, да. Просто она такая некрасивая. Ну, в общем, как у бабочки. Что-то здесь такое есть. Sorum Desiderium. Да, на латинском тут все написано. А? Здесь статуи. Какому-то олимпийцу. Потом древнего. Первому древнеафинскому олимпийцу.
Валетта в 2004 году установлен. А красивые тут эти, своеобразный вообще город. Такой абсолютно какой-то музей, как будто весь он город музей такой, везде эти развалины, вот эти арки стоят, чем-то эту Грецию тоже напоминает. Здесь тоже видишь какие-то гербы, у каждого свой герб, наверное, был, надписи. Смотри, там пожар какой-то. Ага, вон там, видишь? Или завод какой-то. Дым валит. Но если завод, это вряд ли такой завод может быть. Смотри, что творится. Дым валит не слабо. Точно непонятно как. Огня нету, но дым есть. Но, как известно, нет дыма без огня. Между прочим, уже есть. Уже есть? А хотя нет. Не совсем. Не совсем. Я просто хотела сказать о том, что уже придумали эти бездымные сигареты. А. Которые в самолетах продают. А, да, да, да. Интересно, что они вообще представляют из себя бездымные? Как они? Как их? В чем фишка? Просто тебе не поджигать. Не, ну это-то понятно, но я имею в виду ощущение. Должно же быть, наверное, такое. Или это просто вообще для того, кто уже вообще ломки идут конкретные, чтобы хоть какое-то успокоение было. Ну, конечно, это как этот эффект плацебо. То, что у тебя есть сигареты, и уже тебе кажется, что ты нормально покурил. Может быть, там вообще внутри соль. Но так-то человек может просто сигарету взять, вытащить и посидеть. Не обязательно курить. Нельзя же курить, правильно? А сидеть так, понюхивать же можно. Ну так. Так что, друзья, пока выключаюсь. Вот такой вот у нас сад. Находимся на Мальте. Остров Мальта, город Валетта. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.